Здравствуйте, мы говорим о мистере Миллиард, появившемся на свет 12 октября в столице Боснии и Герцеговины. С официальным визитом там находился генсек ООН Кофи Аннан. Счастливчиком стал родившийся через 2 минуты после наступления полуночи в клиническом центре Сараева первенец 29-летний Фати Михелыч. Вскоре в роддом прибыл Кофи Аннан, поздравил родителей и сказал, что появление этого младенца должно осветить путь в направлении терпимости и взаимопонимания между народами. Мальчик, которого назвали Аднан, сразу стал мировой знаменитостью. Его фотографии разошлись по всем мировым СМИ, у родителей за пару дней взяли несколько десятков интервью. А после этого о 6-миллиардном жителе Земли просто позабыли. Вспомнили о нем снова лишь 12 лет спустя, когда планета готовилась встречать нового юбиляра, теперь уже 7-миллиардного. Журналисты вновь направились в Боснию и Герцеговину, и картина, представшая их глазам, оказалась совсем не той, какую они ожидали увидеть. 12-летний Аднан жил вместе с матерью и отцом в старом доме небольшого поселка Високом. Несмотря на то, что война в этих краях отгремела 1,5 десятилетия назад, дом украшали следы от шрапнели. Родители Аднана честно признались, что миллиардный титул их сына вскружил им голову. Они рассчитывали, что жизнь их семьи теперь изменится кардинально, а генсек ООН поможет им выбраться из трудного материального положения. На деле же Кофи Аннан из жизни мальчика испарился моментально и больше о себе никогда не напоминал. Аднан Мевич стал местной знаменитостью, правда, только в своей однокомнатной квартире на последнем этаже. Дом, в котором живет мистер Миллиард, украсили соответствующей табличкой. Каждый год в день рождения к нему приезжают журналисты и власти. Родители Аднана от этих визитов были не в восторге, но гости приносили с собой продукты и сувениры, что для небогатой семьи являлось подспорьем. Единственная ощутимая прибыль мальчика от необычного статуса – ежемесячная выплата в 100 евро от муниципалитета Сараева. 12-летний Аднан неплохо учился, был добрым и скромным парнем и мечтал стать летчиком. Но 2 года назад дела его семьи пошли совсем плохо. Мать Фатима за 3 года до этого потеряла работу на текстильной фабрике и не могла найти новое место. А отец получил пенсию по инвалидности. 155 евро отцовской пенсии и 100 евро выплат муниципалитета Сараева – вот весь доход семьи 6-миллиардного жителя планеты. В начале этого месяца, незадолго до 15-летия Аднана Мевича, боснийские журналисты вновь навестили именитого земляка. Повзрослевший Аднан признался, что хотел бы снова встретиться с Кофи Аннаном, но вряд ли ему удастся это сделать. Впрочем, парень не переживает, ведь 2 года назад он встретился и даже сфотографировался со звездой мирового футбола Криштиану Роналду. При встрече мальчик не забыл упомянуть, что он 6-миллиардный житель планеты, на что футбольная величина, засмеявшись, ответила: «Рад знакомству». Ну а сегодня Аднан является учеником 1-го курса средней школы экономики. У него есть мечта стать летчиком. Как говорит сам Аднан, профессия пилота позволит ему путешествовать по всему миру и знакомиться с людьми в разных странах. А пока в свободное от учебы время он помогает по дому и с надеждой смотрит в небеса.